Специалисты сами оценят, это действительно ли большая была сумма. Jesteśmy po gali Suzuki Boxing Night 2 w Kielcach, gdzie Siergiej Radczenko stoczył piąty pojedynek z polskim pięściarzem i poniósł piątą porażkę. Witam cię, Siergiej. Wydaje mi się, że wcześniej mówiłeś, że te porażki z Arturem Szpilką, Krzysztofem Głowackim, Adamem Balskim były takie twoim zdaniem niezasłużone, ale tutaj Masternak zasłużenie wygrał. Cześć. Tak, действительно, сегодня я проиграл, к сожалению. Бой пошел не по тому плану, как хотелось бы. Да, действительно, сегодня бой у меня вышел не по тому плану, как хотелось бы. Я действительно проиграл Матеушу сегодняшний бой. Почему так произошло, пока не могу сказать. Возможно, это сказалось на то, что очень было мало времени для подготовки к этому бою, нормальной подготовки. Мне буквально за 3 недели до боя предложили боксировать. До этого, получается, 2 месяца был карантин, и нормально я не тренировался. И за 3 недели подготовиться к такому серьезному сопернику, к нормальному бою, я думаю, это все понимающие понимают, что невозможно. Плюс, к сожалению, из-за карантина не вся команда моя приехала. Мы приехали только с тренером и помощником, не всей командой. Это тоже сказалось. Плюс то, что дорога не на самолете. Больше суток мы ехали на машине, причем я ехал за рулем. Сергей, как бы склассификовал Матеуша Мастернака на тле тех пенсиажей, с которыми walczyłeś? Czy to był dużo trudniejszy pojedynek niż powiedzmy ten z Michałem Cieślakiem? Я не скажу, что Матеуш, да, очень хороший соперник, как бы сильный, но не могу сказать, что он намного сильнее, чем тот же самый Головацкий или кто-либо другой. Да, он сильнее, может быть, чем Балский, не могу сказать, что чем Артур. Просто проблема, были у него и дырки, куда бить, и видно все было, но еще раз повторю, наверное, все-таки из-за отсутствия нормальной подготовки вот так и сложилось бы. Было бы хотя бы 2 месяца нормально подготовиться, был бы другой бы бой, 100%. Bardzo dużo mówi się o twoim pojedynku rewanżowym z Arturem Szpilką. Czy były już jakieś rozmowy z Andrzejem Wasilewskim? Czy wiadomo, kiedy może dojść do tego pojedynku? No bo Artur ma teraz kontuzję. Официального предложения не было от Василевского. Было предложение буквально через 2 или 3 дня после боя от менеджера. Предложили, давай боксировать, и предложили всего лишь на 500 евро больше от первого боя. Но это как по мне и по пониманию специалистов бокса, это как оскорбление, потому что есть такое понятие, минимум гонорар 2 раза. Но даже если это не так, то не 500 евро всего лишь накинуть за этот бой. На сегодняшний момент Артур мне лично писал о том, что у него травма плеча и что он надеется, то, что у нас будет бой на ноябрь-декабрь. Я на это тоже очень надеюсь и жду реванша. И я слышал такие разговоры о том, что пан Василевский говорит, что очень много заплатил мне за бой и якобы я прошу еще там нереальные прям деньги. Я уже об этом говорил и еще раз могу повторить. Если он считает, что он большие деньги заплатил, я даю согласие на то, чтобы он обнародовал наш контракт, и чтобы люди, специалисты, видели и знали, сколько было за первый бой, с учетом того, что мне предложили на 500 евро. И пусть специалисты сами оценят, это действительно ли большая была сумма. Сергей, 5-я walka с поляком, 5-я поражка, но тебе еще, наверное, подобно в Польше. Любишь тут приезжать? Да, большое спасибо Польше за то, что они меня приглашают, разные промоутеры, и за то, что я полюбил эту публику, а публика полюбила меня. И большое спасибо, особенно большое спасибо за то, что они очень по-честному относятся к вердикту судей. И когда произошло вот такое вот с Артуром Шпилькой, когда в наглую меня обокрали, именно поляки в первую очередь и поддержали меня и начали отстаивать мнение о том, что я выиграл. Спасибо им, и я еще раз приеду. Будут приглашения, я обязательно приеду.